Кайо, всем привет, дорогие друзья. Это еще что такое? Здравствуйте, а это Ремнант, остаток от пепла. Ух ты. Это может быть интересное место. Я не играл в нее никогда. Вот, мне прям интересно посмотреть, что это за игрулька такая. Ну давайте. Так, прически какие-то. Ничего себе. Ладно, оставим как. Как есть. Давайте вот такого вот. Ну, причесончик. Вот такой более. На меня, кстати, похож. Но я имею в виду причесон он почти. Ну, давайте вот такой оставим. Так, цвет глаз у нас будет вот таким, как и есть. Нет, голубеньких. Цвет тена кишка-шкирич-киш. Ну вот так. Шрамы какие-то. Ну-ка, есть? Интересно, шрам. Блять, нету. Тогда вот такой давай. Голос? Может, это еще что такое? Может пригодиться. Интересное место. Интересно, что это? Это еще что такое? Это еще что такое? Может пригодиться. Интересное место. Интересно, что это? Интересно, что это? Это еще что такое? Вот это самое. Ты еще что-то. Так, режим игры, сложность. А что за режим? Героический? А как понять, что это такое? Ну давай оставим обычный, сложность. А, нихуя. Давай обычный, потому что я, честно говоря, даже не знаю. Я первый раз не играю. Давайте посмотрим. Так, что такое играть только для друзей? Я не знаю, что это такое. Настройки. Так, давайте сейчас быстренько по настройкам пройдемся. Так, я координатная, вертикальная это. Так, что такое? Размытие в движении нам не надо. Дистанция теней. Ну, пускай будет. Качество теней. Сглаживание. Дальность обзора. Так, текстуры. Постобработку можно сделать. Так, эффекты. Ну, пускай будет. Растительность. Ладно, ставим. Ограничение кадров в секунду. Без ограничений. Поле зрения. Бля, я даже не знаю. Ну давай пока по дефолту, если что. Посмотрим. Так, по управлению. Окей, так, кувырок, прыжок. Так, язык, геймплей. Ладно, все, короче, а то мы тут зависим. Как дальше назад, да? Открытое, локальное, только друзей. Ну давайте оставим вот это. Поехали. А имени тут не надо, что ли, вбивать? Так, 5 минут у нас ушло на все это. Нажмите ММБ, что это такое ММБ, блядь? Что делать, когда последняя надежда угасает? Нифига себе, озвучка даже есть. Игра 19-го года. Это тебе предстоит узнать. Наша последняя надежда отправилась в путь по морю, пытаясь найти способ покончить с чудовищами, которые охотятся на нас уже много поколений. Способ был найден, или так нам казалось, когда дракон взмыл в небеса, словно феникс. Охваченный пламенем агонии. Но наш герой так и не вернулся домой.
А, нам историю рассказывают. Вместо него пришла буря. Чудовище. И непреодолимый, сковывающий ужас. Тебя ждет трудный путь. Буря окутала драконью башню непроходимой завесой. Пускай сам дракон мертв, но, боюсь, из его пепла что-то пробудилось. Тебе придется бороться за каждый шаг. Доберись до башни. Узнай, что стало с нашим воином. Нихуя волна. Девятый вал. Сразись с тем, что ждет внутри. Так, ничего пока не понятно, но очень интересно. Когда последняя надежда угасает, ее место занимает новое. И так будет всегда, пока мы дышим. Угу. Чтобы сменить оружие, нажмите X. А, ничего себе. Колесиком не работает. Так, мы очухались, у нас есть меч. Слушайте, по-моему, очень громко как-то, нет? Так, окей, по управлению. А, перед тем, как присоединиться к игре, нужно сначала пройти обучение, окей. Блядь, секунду, пардон. Так, а где мышь, кстати? Так, система. Геймплей. Это не то видео. В каком окне, блядь? Вы шо, ебаные черти? Так. Да, конечно. Нам не надо никаких окон. О, нифига, у нас еще... Слушай, интересно. Так, подожди, настройки, управление. Вперед-назад. Не понял, погодите. Яркость. Подожди, а где... Так, поле зрения. Ну-ка, давай сделаем 0. Вот так вот. А, стоп, это наоборот ближе получается. Блять, я очень дико извиняюсь, что мы настраиваем все это на видосе. Надо было это, конечно, сделать. Ну-ка, если сделать... Ну-то 1 и 2. О, вот так уже лучше. Но, а где мышь-то? Так, музыку мы сделаем потише. Эффекты звуковые. Вот так. Включить субтитры, голосовой чат. Мне это не надо. Блять. Я что-то не... Здесь нет настройки... А, вот оно. Блять, на нижнем. Сейчас быстренько поднастроим. Так, прицел. Все, наверное, да? Блять. Еще меньше, что ли, надо? Или она не работает? Я что-то не пойму сейчас. Очень резко, блять, как-то. Так, у нас сейчас идет обучение. Одну секунду. Я не могу так просто. Это, ну, вообще капец. Скорее всего, 12 надо было. Бля, нет. Так, на Е лутаться, окей. Расходуем. Так, что это? Понял.
Нажмите один. Так, это я восстановил здоровье. А как меч взять? Что-то я ничего не понял. А, он его берет автоматом. Так, ладно, бежим. Что это такое? Откуда пришли? Я вот я сейчас заблудился. Вот отсюда. Иба, ты кто? Одну секунду. Бля, я не могу так играть. Что за настройка говна? Он не меняет ни хрена как будто. Ну-ка, подожди. Покачивание камер. Ладно, оставим. Горизонтальный, вертикальный. Это в прицеле. Это оптика. Мертвая зона какая-то. Размер интерфейса, прозрачный, размер мини-камер. Ну нету ничего тут. Ладно. Мы себе... Нихуя. Блин, пока непонятно, что. Да что ты делаешь? Ничего себе. А почему с них ничего не выпадает? Какой-то этот, я не понимаю, что это тут происходит. Здесь как бы мир-то современный. Но мир современный, но видишь, какие-то чудовища, монстры и прочее. Прочее какая-то это. Опа. Он как будто заторможенно, блядь, бегает. Да ты, блядь, дебил какой-то, алло. А что еще за управление? Че вы умеете? Чтобы уклониться от Space, ну, это вот этот перекат у него. У меня стамина есть. А, у меня стамина есть. Ёптать. А как мне подхиляться? Мне нечем. Меня убьют сейчас. Так, мы можем... Мы можем не только рубить, но и тыкать еще, да? Ну это обучение, скорее всего. Что тут происходит? Как будто кто-то кого-то где-то бьет, что ли. Непонятная пока игра на самом деле. А, он отстреливает. Нихуя. Это бункер, что ли, какой-то? Иди помогай, чё ты стоишь, блядь? Слышишь? Паром их ебать. А, ну мне сейчас надают, да? А мне дадут поуправлять их? Какие ты, кто это, блядь? Ну, графончик такой себе, я скажу. Ну, игра 19-го года, уже 5 лет, как бы, по сути. Еще какая-то хуетень едет. А, их много даже. Ебать. Кто это? Ого! Это кто такой?
Все, пизда нам. И они, главное, с топорами все, смотри. Могу сделать предположение, что нас спасли, мы сейчас как бы, ну, их попиздили, нас спасли, и мы валяемся без сознания. Держитесь! О, все, я же говорил. У нас гости! Так, честно сказать, не читал ни лор игры, ничего тут делать надо, вообще ничего, просто установил и запустил. Чтобы подготовить в ближнем бою, нажмите LBM для зараженной атаки в ближнем бою, удерживайте. А, у нас есть сильная атака. А, я знал, что ты выживешь. Ебать ты, пацан, у тебя голос как у... Привет! Или ты карлик, бля? Эй, тише, тише, тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? О, тут даже общение может быть. Где я? Блок 13. Здесь безопасно. Может, это единственное безопасное место. Я Уоллес. Бля, ну ой, видал. Я хотел увидеться с тобой и попросил командира. Командира? А почему я тут? Командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь. Но они сказали... что Марк не вернется. А, это Марк был, да? Ну, мне очень жаль. А, ладно, забудь. Интересно, здесь диалоги, они как-то... Командир сказала зайти к ней, когда проснешься. На сюжет влияют или это так, чисто? Она подыщет тебе место. Как и всем нам. Ну, по сути, смотри, я не спросил, кто ты, я спросил, где я. И он уже назвался, что я такой-то там... Как его назвали там? Я пиздюк Олли, да? Так, ладно. Так, я хотел очень посмотреть, рюкзак. У нас есть таланты еще какие-то. Что это за хуйня, непонятно. А, выносливость. Как качается это все дело? А, и карта у нас есть. Так, это настройки. Подожди, а вот здесь... Нет, то есть вот это что такое? Ага, так, понял. А это дополнительные какие-то... Ёптыть. Нихуа себе хуа. Так, понял. Потратить очки. Очков у нас нет. Так, ладно, мы можем себя снаряжать. Я так понимаю, мы должны какие-то колечки. Ага, все. Ну, пока мне интересно, можно ли здесь... Опа. Лутаться. Лейтенант Эвелин Седер, одна из семи выживших, сумевших покинуть атолл. Нам пришлось покинуть блок 16 и уступить... А, и отступить к блоку 13. А почему они такие маленькие? Все остальные мертвы. Харксхарт, Невил, Грин, Паркер, Маккензи. Все они погибли. Мы единственные, кому удалось уцелеть. Корень напал на блок 13, повсюду останки людей и корней. К счастью, корень по какой-то причине отступил. Это место заброшено. Спящих больше нет. Именно для этого сюда и явился корень. Не знаю, почему я так решила, но я в этом уверена. Корень и спящие как-то связаны. Я словно чувствую это. После убийства спящих корню незачем было тут оставаться. Капитан Форд, полагаю, теперь уже командир. Сказал окопаться здесь, пока мы не придумаем... Не продумаем наш следующий шаг. Он поработал с кристаллом, чтобы ничто не смогло последовать за нами. Сатола. В это место есть всего несколько входов. Думаю, мы сможем защищать его столько, сколько требуется. Черт, жаркая выдалась наука. А, Ханука. Бля, какую-то хуйню несут. Я читаю быстро, без всяких там этих... как это правильно сказать-то, блядь? Ну, пунктуации и прочей этой хуйни, или не так? Короче, потому что надо побыстрее, а то... Так, у нас есть стамина. Я понял. Нихуя мы зашли. Как будто пиздить идем. Это кто, Форд? Так-так, вы очнулись. Ну и заварушку вы устроили у ворот. Я спасал челика. А кто вы? Ну, мне, в принципе, похуй. Внизу, где? У Рикса. Если не создадите проблем, вам все вернут. Я командир Форд. Это моя база. А вы уж, простите, непрошенный гость.
Да я вас не просил, блядь, сюда затащить меня. И вы меня сами, блядь, затащили. А чел, блядь, ваш сдох, один хуй. Или вы рассказываете, что там делали, или отправляетесь к корню. Корень, я так понимаю, это вот этот вот непонятный, что это, дух или кто это, блядь, который вот этих вот монстров, да, присылает. Ну, я не знаю, будем дерзить или послать, послать или ответить. Ну, по сути, они мне жизнь спасли, да? Ну ладно, давай. В этой башне уже давно никто не бывал. А, блядь, надо было прочитать. Но туда не добраться в такую погоду. Дело почему в том, он не говорит? Блок отрезан. Втащив вас, мы были вынуждены завалить ворота. Корни повсюду. Корни, они, да, они выглядят как дерево какое-то, деревяшки. Но раз уж вы здесь, у меня есть идея. Вот что я вам скажу. Хотите уйти? А, ну я так и думал, тогда да. Тогда сначала помогите нам. Что она меня заставит поработать, а потом скажет, иди нахуй отсюда. Блять, интересно, что будет. Ну ладно, давайте по хорошей сюжетке пойдем. Для начала что я могу для вас сделать? Электричество. Реактор отключен из-за бури. Восстановив его, мы сможем открыть другой выход отсюда. А-а-а. О, ну-ка, это другой выход? Не совсем дверь. И не факт, что план сработает. Реактор расположен в подвале на нижнем уровне. Туда ведет лестница. Это шанс отплатить нам и получить желаемое. Там написано было «включите и возвращайтесь», а не то, что тут пропиздило. Так, ну что, ну а почему потому бы? Потому что больше не почему хочу вы мне доверяете? Своих людей. Один из наших уже погиб там, внизу. А меня похоже, можно пустить в расход, да? Корень подбирается к нам. Я идите понял. Идите к Риксу. Спросите про свой клинок. Вряд ли вы справитесь с корнями без оружия. Да, прикинь. Сделайте это для нас. И я помогу вам выбраться. Ну, короче, у нас уговор, да, условие. Я помогаю ей. Ну, а как разговаривать-то? Найти реактор на нижнем уровне базы. Игра, кстати, коопная. Вот. Я так понимаю, этот сюжет можно проходить вместе. Давай оружие, или это не ты? Привет! Рад, что ты в норме. И добро пожаловать в блок 13. Слушай, что это за хрен? А, ты мне я помог. Я постарался тебя подлатать. Что ж, ты крепкий орешек. Я Риглер. Но все зовут меня просто Рикс. Она меня кому отправила? Меч. А, да, он вот он, оружейник. Пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто груда металла. Давай мне пистоль какой-нибудь. Кажется, Эйс говорила, что нашла в городе оружие. Может, она с тобой поделится? Говорят, она собиралась проверить реактор. Удачи тебе там. Заебись. Так, где этот Эйс? Это точнее. Так. Ёбаный урод, где вас искать-то? Мне нужна пушка, чтобы мне попробовать навестись. Так, это какие-то бродяги. Вы мне не нужны. Где это ваши Эйс? Холодильник пустой. Так, пиздюки. Автоматик, open door, stand, понятно. Дверь автоматическая. Так. Ну, пока это... О, это этот, хуй. Уилл, да, вроде зовут. Так. А паркура у нас нет, да? Мы... Да ты заебал, блядь. А, мы... Чего я сейчас сделал? А, это уклонение, вот такое от атак. А я думал перекат вот это. Так, мы проебали стаминку. Мы отсюда пришли же, да? Да. Подожди, а где эта девчулька-то? Или это не девчулька? Ну, вроде как-то ее обозвали. Может, еще у нее что-то надо спросить? Чем раньше вернете электричество, тем быстрее выберетесь отсюда. Я понял. Мымра, блядь. Так, а кто из них Эйс тогда? А, вот еще проход есть. А, вот она, ёпты. Ты чё, мать, спряталась? Чего тебе? Оружие давай. В смысле, это не ты, что ли?
Блять, интересно. Ладно, тогда пойдем дальше. Значит, это не Ася. Смотри, он жил, он сидел там, сейчас подошел сюда. Где это мы вообще? Какая-то шахта, что это вообще такое? Так, ты кто? Не лучшее время для визита в блок 13. Дай мне медицины, Привет. Привет. Реактор за дверью и вниз по лестнице. Давай, держись там. Давай. Держись там. Спасибо, блять. Может быть, ты мне дашь медикаментов чуть-чуть? Управление. А нахуя мне это? Реактор B1, блок 13, B2, исследование B3. Директория на написано. Подожди, нам надо Асю найти. Аси нету. А, здесь на неудержание стоит. Нажал, и он бежит. Все, понял. Так, кто из вас Ася? А, это, блядь, манекены какие-то. Могу я взять что-нибудь? Ёб твою дивизию. Это не Ася. Пацаны! Алена! Чё за хуйня? Где мне искать-то её? Найти реактор на... А, подожди! Все, я затупил. Она же это сказала, что она тоже хочет... Рад видеть новое лицо. Да, блядь. Она же сказала, что она пошла тоже что-то там с реактором, короче, мутить. Может быть, как раз-таки мы здесь... И найдем ее? Б1, это еще ниже. Ну-ка, мы можем сюда зайти? Или у нас сейчас тут это... А, у нас же карта вон есть, и там нарисована какая-то... Кто это? Это есть Ася? Чё ты ищешь? Ася! Я тут, блядь! Что? Ёб твою мать! Я чуть... Не обкакалась, бывает. У меня аж душа в пятки ушла. Сюда редко кто заходит. Ты не из местных, да? Я Эйс. А, во, Асю нашли. А ты? А, я ищу реактор. Что ж, ты у цели. Но эту рухлядь опасно включать. Оружие дай мне. Знаешь, как включить реактор? Нет. Ну, эта штука будет чертовски шуметь. Это надо иметь в виду. К счастью, все, что требуется, нажать кнопку на терминале над нами. Я бы и сама могла, но кто знает, что за твари бродят вокруг. Но раз мы вдвоем, может, и справимся. Может. Ладно, у меня есть план. Ты идешь наверх и врубаешь реактор. Я помогу, если кто нападет. Тебе, наверное, нужно оружие, да? Прикинь! Погоди, сейчас поищу. Давай, где ты, в загашнике? Это что за хуйня? Выберите класс? А как выберете? А, R-информация. Нихуя нету R-информации. А, вот отступник. А, специалист поддержки и боя на средних дистанциях. Вооружен мощной двустволкой, надежным скорострельным пистолетом и смертоносным кустарным топориком. Отступник контролирует среднюю дистанцию, снося врагов шквальным огнем. В арсенале отступника также есть аура восполнения, модификация, которая постепенно восстанавливает здоровье всех союзников. Утильщик. То есть у нас три класса. Утильщик, эксперт по бою на ближней дистанции. Мощный дробовик, надежный скорострельный пистолет и огромный кустарный молот делают утильщика лучшим в боях лицом к лицу с врагом. Кроме того, утильщик владеет модификацией огненный выстрел, которая наделяет боеприпасы силой огня, позволяя поджигать врагов. Угу. И охотник. Охотник – мастер боя на дальней дистанции, специализирующийся на точной стрельбе. Владеет сверхточной охотничьей винтовки, надежным скорострельным пистолетом и универсальным кустарным мечом. А, способен уничтожать большинство целей еще до того, как те приблизятся на опасное расстояние. В распоряжении охотника также имеется модификация «Метка охотника», которая помечает врагов, позволяя охотнику и его товарищам видеть цели сквозь стены. Кроме того, модификация увеличивает шанс нанесения критического урона по отмеченным целям.
Ну, этот, короче, ближний бой, он такой, да, милишный чел, бля, получается. У него большой кустарный молот. Этот средний, но то, что он только восполняет здоровье всех союзников, а самого... Я бы, наверное, взял вот такого дяденьку. А это я просто одет, да, в другое. Давайте, мы будем видеть через эти метки, да, у нас будут. И мы будем шабашить на дальней дистанции. Вот так. Это нам поможет. Первый, но не последний. Пора запускать реактор. Хватит терять время. А, я так и остался. Так, Ctrl, чтобы проверить снаряжение. А, у нас есть это. Это что за хуйня? Модификатор какой-то. Нихуя у нас какой нож. Меч, то есть. Ранг таланта 10. Очки таланта 0. Пора запускать реактор. Хватит терять время. Ну, что мне делать? X, чтобы сменить оружие. Бля, колесиком работает? О, колесико работает. Что это за звук был? Подожди, а нож как? А, нож мы берем как... Подожди. А вот теперь настало время нам как раз поднастроить сенсу. Так, прицел. Давай попробуем на 3 поставить. На 25 даже. Бля, я понимаю, что мы теряем много времени на это. А, оптика. Оптики у нас пока нет. Ну, давай тоже 25-ю сделаем сразу. Шкала почему-то не двигается. То есть ты можешь только вот, наводясь... Мышкой тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Блять, да вы ебанутые. Короче, здесь проблема с настройкой мышки, походу. На 10-ку, короче, ставим все. Вот. Во, вот так уже лучше. Так, так что ты... Не понял. А куда мне идти-то? Запустить терминал над реактором? А где он? Пардон, господа, но... А, вот оно. Меток нет. Так, Ахром серии 900, пульт управления, внимание, санкционировано, нажмите пробел. А запустить реактор. Один еще. Как мне нож взять мой? Мне въебали, да? Бля, это баба. Ой, девочка. Что ли же лупится? А нет, она вон. Оба, она. Реактор почти. А, тут можно это лутать их. И
Или это что выпало? Ты из-за них выпадает? А как мне, блядь, на нож переключиться? Какая-то хуйня с них выпадает. Патроны, какой-то лом, блядь. А чё он не бежит? А... Нихуя девчуля разъебывает. Понял тебя. Спина к спине. Ты чё, ей плохо? Она упадет сейчас? Ха. Как мне на нож переключиться? Вот. Так-то лучше. Ты хорошо сражаешься. Спасибо. Не зря Форд тебя прислала. Давай, поспеши к Форд. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь скидку за доблесть в бою. Ладно, тут есть что-нибудь? Нет, нету. Это смена оружия. А как на нож переключиться? Блять, сейчас, секундочку. Так, бой, ближний, левый выстрел, прицеливание, оптика, смена оружия, X, дополнительный режим стрельбы, F. А, все. Что это значит? Левая кнопка мыши. А, то есть мы в прицеле только стреляем. Все, я понял, разобрались. Побежали к Форду. Так, ну, в принципе, слушай, ну, как сказать, что сказать. В общем-то, неплохая игра, наверное, не знаю. Пока, в общем-то, ничего так. Так, простите, я вперед пройду, хорошо, вы не... Да иди ты, ёптать, хуйней занимается. Хорошо, что здесь стало посветлее. Дай мне полечить... О, нихуя у тебя нога какая. Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Моя миссия важнее любых рисков. Так я не знаю вообще, что, куда и зачем я прусь. Мне просто нужно продолжать путь. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама судьба ведет. Ну, давайте тебя, как-то побыстрее. Ты наверняка спасешь наш мир. Ну, бля, я не знаю, что тут сказать. Конечно, я попробую, но мне также надо... Ну, он про мир, видишь, сказал. А я выбираюсь отсюда зачем? Чтобы спасти кого-то или чего-то? Ну, давай я попробую. Так держать. Вот. Пусть хотя, видишь, здесь можно как быть положительным, грубо говоря. Сохранить доброту в таком драконе мире. Сердце. Говорят, эта безделица отгонит даже смерть. Хоть и ненадолго. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов? Заходи. Ой, здесь свое место. Мы вдвоем продаем много ценного. Ну... Но этот камень тебе подарок. Береги его. Спасибо. Еще. Эллен, ну, то есть командир, знает про этот остров больше, чем говорит. Спроси-ка ее об основателе блока 13. Эллен? Рад видеть. Так, драконье сердце. Драконье сердце выполняет потерянное здоровье. После нескольких применений предмет лишается целительной силы. Заряд драконьего сердца пополняется во время отдыха у контрольной точки, а также после гибели персонажа. Для использования жмите Q. В смысле Q? Эй, бродяга. Ку-ку-ку. А где он? Я не вижу. Я думал, сюда что-то вставлять надо. Какие-то материалы, мы крафтить тут что-то можем. Так, что у нас по времени-то? Ой, надо заканчивать уже. Слушай, ну, в принципе...
Как я здоровье-то так... А, подожди. И? У меня их осталось два, но он мне пополнится потом или нет? Так, это кто у нас? Это наверное, та... Это, ну ладно, пошли по сюжету. Так вот, а здесь можно кооп наиграть. И... Да ёб твою мать, извините. И я так понимаю, что здесь помимо коопна надо, можно точнее вместе проходить все эти миссии. Рада, что вам удалось включить реактор. Она мне чем-то Division напоминает, не знаю почему. Дал вам драконье сердце? Ну да. Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины. Ну давай. Полагаю. Он ведет, что меня судьба. Он сказал, что я вам помогу? Да, что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен я хочу помочь вам. Видишь, здесь можно резко отвечать, а можно дружелюбным, короче, быть. А можно таким вот прям посылать всех нахуй, грубо говоря. Ну, давайте, мне пригодится любая помощь. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс и Маккейк Спасибо. Внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте. Затем зайдите ко мне. Окей. Так, ну что, давайте на этом наш первый обзор данной игрульки мы закончим. Вот. Ну, не знаю, пока как-то... Ну, во-первых, у нас сложность минималка, да? Потому что я как бы не знаком с данной игрой, но тут я смотрю, есть очень довольно-таки сильные... режимы, точнее не режимы, а как правильно это сказать, ну, когда сложность ты выбираешь, там очень есть даже за это, но это надо знать эту игру хотя бы немного, я так понимаю. Вот, и там ты когда включаешь, если вы обратили внимание, выбираешь уровень сложности, да, то там автоматически выключается обучение. Чуть такое. Я сюда что-то вставлять должен? Нихуя. Пользователю, да, доступ разрешен, система заблокирована. Но это мне надо что-то сюда воткнуть. Я так понимаю, я какую-то инфу буду собирать, наверное. Слушай, ну что-то интересно, необычно и... Хоть это не звезды? Хочется, в общем-то, посмотреть, поизучать, что это за игрулька. А еще, если в коопе сыграть, мне кажется, будет даже интереснее. Тут можно и на сложности большой. Вот. Ладно, давайте на этом тогда мы закончим наш, так сказать, первый обзор данной игры. Вот. Игра называется Remnant. Короче, игра называется Remnant. Как серия сам, ну не серия, а вот это вот все называется. Я что-то там про пепел, короче, остаток от пепла, что ли, что-то такого плана. В общем, на следующей серии, короче, мы посмотрим дальше ее, попроходим. Вот, интересно посмотреть, что тут дальше будет. Вот и все такое, потому что я так понимаю, здесь есть крафтинг. Вот. Мы какие-то материалы должны собирать, потому что у нас, видите, есть материалы, предметы заданий, что-то искать, видимо, материалы расходуемые. Ну, что-то интересное. Плюс мы можем поднимать, то есть прокачивать персонажа. Пока у нас очков таланта нет. У нас по нулям, но как-то мы их можем... ранг таланта 10, не знаю, как мы можем их зарабатывать. Наверное, будет это в дальнейшем. Вот. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем хорошего настроения. Пишите, пожалуйста, комментарии по данной игре. Ну и не только. Плюс, не забывайте поставить лайкосик. Ну и кто впервые здесь, милости просим. И благодарность за подписулю. Да! Это очень важно. Мы стремимся сделать мир добрее. Прикольно. Ну-ка, а можно их баллоны-то... Ни хрен. А вот это? Не, урну нельзя уже. Ну, баллон можно пнуть. Я понял. Ладно, всем спасибо, всем удачи. Пока. Увидимся.